что вам сыграть? На любовь. Любовь? Да. Это... Я не знаю, что такое любовь. Приезжай в Томск, я тебе покажу. Оу май. Я же твоя дура. Ай, я в нос заткнула. Ты что, ебанулась, мать? Друзья, всем привет. Я тут заметил такую штуку, что в основном на всех моих видео просмотров больше, чем на меня подписано людей. Поэтому подпишись на мой канал. Вот кнопочка будет где-то вот здесь. Вот. Обязательно это сделай, для меня это очень важно. Я заебался смотреть на то, как после каждого моего видео на меня подписывается по 7, по 8 человек всего лишь. Поэтому нажми эту кнопку. Кем работаешь, друг? Наклейки мотаю. Наклейки мотаешь? Да. Слушай, интересная работа. Очень хорошая работа. Подожди, ты наклейки не мотаешь, ты разматываешь, получается, наклейки. Мотай. Нет, ты разматываешь наклейки. Зачем ты врёшь? Ты разматываешь наклейки. Да. Прикольно, прикольная работа. Теннисист, слово теннисист, знаешь? Нет, да, знаю. Я поступаю, понимаешь? Нет, я не занимаюсь теннисом. А почему тупая, а не тупой? Потому что я девочка. Это мои фотографии сентября. Это 28.03. Так, стоп, остановите. Остановите. Приблизьте, пожалуйста. Ладно, я типа в образе детектива. Меня любой возраст устраивает. А почему говоришь, что мало тогда? Потому что мало поприори. Поприори? Поприори мало. Да. Не априори, а поприори. Слушай, ты классный собеседник, да. Чё говоришь? А, ты даже молчишь. Ты даже молчишь очень красиво. Видишь? Да, с тобой интересно. Ну, чё сыграть, говори. Чё сыграть? Металлику? О, так, как только что хотел. Вот как знал, понимаешь? Как вернуть кадр? Так, хорошо идет, хорошо. Угу. Самое главное, мне вот нравится, какую поверхность ты выбрал. Спинка кресла. Очень-очень удобная поверхность для того, чтобы собирать системный блок. Так, очень неплохо. Ага. Я собираю, что видишь? Ну, я вижу, что ты собираешь. А зачем ты собираешь на спинке от кресла? А где собирается? Стола нету, блядь. Стола нету, зато есть кресло, я понял. Как насчет пола?
Какого пола? Ну ты на полу можешь собирать? На полу зачем? Мне вот на кресле и в лоб мне. Как можно еще что-либо собирать на спинке кресла? Я не понимаю. Ты играешь, а я пою. Достань флаг быстрее, встань за сердце. Братан, рядом со мной хохлушка лежит, блядь. Покажи. Наказываешь, да, решишь? На этом все. Я понимаю, что алгоритмы Ютуба заставляют выпускать видео по 2-3 раза в неделю. К сожалению, у меня такой возможности нету. Но в ближайшее время я хотел бы хотя бы начать выпускать видео, ну, раз в 5 дней. Ну, максимум 7 дней. Поэтому поддержи меня. Все, что я хотел, я сказал. Пока.